в неуклонно стареющей Европе. Через какое-то время попросту некому было бы работать. По данным комиссии по демографии Совета Европы, если в 60-е люди европейского происхождения составляли примерно 25% всего мирового населения, в 2000-е уже 17%, а через 40 лет, то есть в 2050 году, на всей планете европейцев останется не более 10%. Это означает, что Европа потеряет к этому времени столько же жителей, сколько населяет, например, Германию, Польшу, Данию, Швецию, Норвегию, да еще и Финляндию вместе взятые. В последний раз так стремительно население в Старом Свете сокращалось во время эпидемии чумы. В принципе, без всяких скидок, это настоящая статистика исчезающей расы. И что важно с точки зрения экономики, к 50-му году треть всех оставшихся европейцев будет в возрасте старше 60 лет, а каждый десятый справит и 80-летие. На выбор три варианта развития событий. Либо махнуть рукой и бежать, либо вколоть еще больше анестетика под названием толерантность и перестать быть европейцами как таковыми. Ну или всплеск ультраправых настроений. В общем, один вариант краше другого.